Привет, бумажку принеси. Рок-н-ролл! Спящая красавица. Иван Царевич, ну что ты делаешь? Я целовал, не просыпаясь. Рок-н-ролл! Представьте, сын первый раз посмотрел порно. Мама, мамулечка, мама, спасибо тебе. Спасибо, мама. Спасибо да большое. За что, сынок? Ты ж меня и проглотить могла, да? Рок-н-ролл! На лестничной площадке. Тырин-дырин, здрасте, верите в Бога? Да. Извините. Тырин-дырин, здрасте, верите в Бога? Да. Извините. Тырин-дырин, в Бога верите? Да. Извините. Блядь, тоже шлюху заказывал, да? Рок-н-ролл! Случай на похоронах. Осторожно, третий ступень. Кирилл, вот как ты сзади что-то видишь вообще? Я еще вообще ничего не говорил. Бля! Рок-н-ролл! Проститутка и очки. Нормальные очки такие, фирменные. Оправа, тут душки, стоят 1015. Бля, может там еще что-нибудь есть, я как бы. Рок-н-ролл! В семье бомжей. Ты что делаешь? Что делаешь? Вставай, умывайся, гости пришли, ёба, бля. Рок-н-ролл! Собрались. А, сегодня будем проходить левое и правое полушарие. Итак, записывайте за мной. Что за смешки, блядь? Рок-н-ролл! Рома увидел жопу! Она твоя. Нет, на двоих. Ну, давайте нашу крайнюю. Итак, знакомство на улице. Привет, познакомимся. Хорошо, сержант Панфилов, ваши документы. Софья, студентка. Кирилл, пиздобол. Рок-н-ролл! А, у нас есть еще одна крайняя миниатюра, она очень мерзкая, прям очень мерзкая. Есть... Ну, извините сразу. Ну, она не прямо вот сейчас, я тоже сказал. Ну так. Все. Итак, будни графа Дракулы. Дорогая, приветики. Слушай, летал по городу, никого нет. Ни пожрать, ни пососать, как говорится. Да? А, смотри, давай сейчас, через 5 минут, жду тебя как бы вот в гробике. Может быть, ты кушать, да, наверное, хочешь? Жрать ну, хочешь. Ну нет, ничего, знаешь, ничего не успела да? приготовить. Угу. Тогда через 5 минут в гробике, да? Дорогой, я не могу. У меня эти дни, понимаешь? А, говорит, дома жрать нечего. Наливай борща, бля. Друзья, давайте знаете, что сделаем? Сами себе поаплодируем, у нас все. Спасибо большое. Я надеюсь, мы еще когда-нибудь увидимся. Вот мы попали в Симферополь. Наше первое ощущение, как тебе? Немного напоминает, на самом деле, наше побережье. Ну, чем-то есть. А в целом, классно. Классный народ. Мне понравилась публика. Вы клевые. А себя чуть-чуть добавлю, да, Симферополь это наше первое попадание в этот город. До этого были в Керчи, в Крыму уже как бы не первый раз, но именно тем Симферополь и подкупил немного, что... Ну, чем? Нет, чем? Тем, что люди прям пришли на нас, и объективно, адекватно смотрели это все, слушали, смеялись, это было круто. Роману отдельный привет. Роман должен это увидеть. Роману привет. Ромочка, привет. А если вы не понимаете, то вы просто не были здесь. Вот, а в целом, Харацу, респект. Приехали, прощупали почву. Юмористов здесь любят, юмор здесь ценят. И поэтому, наверное, следующий врыв будет со стендапом. Без нее. Все, друзья,
Будьте счастливы, будьте всегда на юморе. Всем рок-н-ролл. Это был канал Стас Ньюс. Подписывайтесь на него. Это Стас. Это Стас. Ставьте лайки и делайте репосты. Так это говорится? Лайк, репосты. Ну. Стас, а скажи что-нибудь своим подписчикам. Подписчики, я даже не знаю, что сказать. Это Стас Ньюс, господа. Подписываемся и чувствуем. А мы...